Здравствуйте! Добрый день! Вас приветствует первый выпуск новостей студии «Классные звезды ТВ-6ТБ». И мы ее ведущие Абазян Эдвард и Ега Дарина. Поехали! На связи «Классное телевидение». Ловите наш первый выпуск. Новости об интересных событиях в течение прошедших недель. Смотрите и оценивайте. Делитесь своими мнениями. Воспользуемся машиной времени и открутим время назад. Итак, мы с вами оказались в конце четвертой четверти. Как быстро летит время. И вперед, и назад. Уже и четвертая четверть позади. Да, длинная была эта четверть, а пролетела быстро, как несколько мгновений. Но как же много успел наш класс за это время? Например, активное участие в конкурсе, посвященном Международному женскому дню 3-го номера, участие в различных олимпиадах, конкурсах, квестах, участие в конкурсе «Живая классика», всероссийская акция «Флешмоб читаем стихи Акрины» и многое другое. Также хочется отметить личные достижения наших одноклассников. Абазян Эдвард, наш маэстро, диплом третьей степени в конкурсе «Юный пианист 2023». Диплом третьей степени в конкурсе «Молодые виртуозы». Выступил на концерте в честь 8 марта исполнение песни в дуэте. Любительна Маргарита, наша спортивная гордость. Традиционный турнир по боксу среди детей, юношей, девушек, приуроченный ко дню вывода советских войск из Афганистана. Грамота за первое место, весовая категория до 28 килограмм, 2010 года рождения. Выступление на концерте в честь 8 марта, исполнение песни в дуэте и другое. Северикова Валерия, креативная одноклассница. Сложно перечислить ее многочисленные участия и победы в различных конкурсах по изобразительному искусству. Во время каникул многие ребята принимали участие в самых разных конкурсах. Например, олимпиада по английскому языку на образовательной платформе «Учи.ру», онлайн-квест «Всемирный день Земли». Невозможно перечислить, главное было увлекательно и интересно. А ты помнишь, какие мы были весенние каникулы? Да, прекрасное время. Целую неделю мы набирали сил и готовились к четвертой завершающей четверти. В ней было тоже много интересных уроков и полезных дел и мероприятий. Уже прошло 2 месяца четвертой четверти, и мы уверены, что у нас все получится. Что такое школа? Что такое школа? Это наш веселый дружный класс. Нет, прежде всего, это место, где человек получает знания. Известно, что 5-6 тысяч лет назад в Китае уже существовали школы. Сам термин «школа» переводится с греческого языка как «досуг». Проведение свободного времени. Есть теория, согласно которой первые школы организовались как место, где могли общаться люди, не способные с активной трудовой деятельности, а именно старики и дети. Что такое школа? Интересный вопрос. Еще хочется посмотреть, как же интересно ответят наши друзья. И что же ответили ребята на наш вопрос? Итак, внимание! Школа дает нам опору, дарит тепло и радость. Thank you.
Желаем успехов и процветания телестудии «Классные звезды». Успехов всем нам в реализации нового интересного проекта. Иметь классное телевидение было нашей мечтой и классного руководителя. 6Б топ! Но не спешите прощаться, потому что в 7 классе мы продолжим эту тему. Пока-пока!